доброго времени суток. Очередной видеоотчет по поводу рыбалки. Давно не укладывал видео, где-то, наверное, в районе полугода. Выбрал, поменял место жительства, перебрался в Подмосковье. Раньше жил в Москве, в Климовск. Ну, товарищи мне показали данный водоем, называется Мисс. Тут два пруда, как я понял, или пруды озера, очень похожи на Салтыковский, где я до этого ловил. Время сейчас середина мая. Вот. Водится здесь только карась и ротан. Карась мелкий, сколько я наблюдал, такой грамм 100-150. Ловлю на донке. Насадка мотыль-опарыш. Вариант осадок множество. Карась сейчас в терке. Количество спиннинг, несмотря на запрет, будет 3, но я так посмотрел, все местные ловят 3-4, 2-3-4, где-то вот так, в этом районе. Ловлю где-то на протяжении часа. Сижу на 3-2 поклевки было, 3 хороших поклевок, из явных поклевок. А так постоянно подходит, пробует, но пока еще ничего. Расположился я немножко в стороне других рыболов, выбрал место стоянки. Не зря я не люблю присутствие большого соперников. Вот. Погода средняя, дождь. До этого стояла жара. На протяжении там, наверное, недели было жарко довольно-таки. Сейчас дождик пошел. Пробую ловить, но пока без результата. Подаем не глубокий. В основном вся концентрация рыболов почему-то на дамбе и чуть-чуть правее получается. По результатам ловли еще отсниму видео, так что поймал. Получилось ли получилось, но все равно будем пробовать смотреть, что здесь из крупного, из приятного. Пока ничего.